Сегодня мы говорим на Метро Экспо о ритейле, о бизнесе, о партнерах, о хороших коммуникациях и о том, что меняется в ритейле каждый день. Но я думаю, что лучше всего на этот вопрос сможет ответить Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Ну, замечательно, очень яркая, красивая выставка. Приятно. Вот. Про выставку в первую очередь хочется с вами поговорить. Это потрясающая бизнес-площадка и платформа для всех предпринимателей, мне кажется, для крупного бизнеса, для среднего бизнеса, для малого бизнеса. Как вы думаете, насколько эффективны подобные мероприятия для развития рынка в целом? Ну, смотрите, здесь, получается, Метро смогла организовать хорошую площадку как непосредственно для своих партнеров, так и для своих клиентов. И возможность красиво представить свои новинки, свои услуги. Это одна из тех задач, которые я точно решила. Общее ощущение от выставки очень позитивное. Знаете, здесь очень приятно находиться. Это то состояние, которое вот я реально ощущаю, когда вот гуляешь с одной стороны, с другой стороны очень много идет нетворкинга, действительно люди общаются. У нас уже здесь сейчас точно есть несколько контрактов, которые, скажем, уже буквально программы написали, как мы можем сотрудничать. Вот. И очень приятно, что непосредственно с торговой сетью Metro Cash & Carry мы сделали этот проект по видеороликам. На текущий момент уже более 30 видеороликов записано вот прям вот на текущий момент. И это польза для всех. Пиар – дело важное, и этим надо заниматься. Упоминание, позиционирование – это действительно то, о чем стоит обязательно подумать. Но не только мы сегодня говорим про Метро Экспо. У нас есть возможность заглянуть немножко в будущее. Да, неделя российского ритейла не за горами. Я думаю, что вам известна некоторая инсайдерская информация. Ну, инсайдерской не очень много. На самом деле, самое главное, что мы уже готовимся. Да, и проекту «Недели российского ритейла» уже 5 лет. Мы, как сайт, который каждый год поддерживал это мероприятие, мы уже начали подготовку. Мы будем делать совместный стенд. Это уже не первый год проводится такая работа. Мы также будем делать такие видеоролики, готовьтесь. Мы будем делать конференцию. Скоро уже эта информация тоже у нас на сайте появится. Пока не буду раскрывать полностью всю информацию. Вот, следите. И уже на сайте мы начинаем регистрацию. Уже коллеги из недели российского ритейла запустили регистрацию посетителей. Ритейлеры участвуют бесплатно. Только главное, заполните большую такую форму регистрации и найдите на это время. И, конечно же, запланируйте посещение с 4 по 6 июня Центр международной торговли в Москве. Не только удобное место, но и отличная возможность пообщаться со всеми профессионалами, которые соберутся в одном месте и как никто заинтересован в развитии российского и международного ритейла. Вся самая актуальная информация на сайте retail.ru, поэтому если вы являетесь активным пользователем или бизнесменом, заходите, мы будем рады вас видеть и будем делиться с вами секретами, лайфхаками и фишечками. Да? Да, спасибо. Ну, мы желаем всем зрителям удачи, встретимся совсем скоро на неделе российского ритейла.